Предлагаем вам попробовать этот десерт. Самый быстрый и полезный брауни, без муки, сахара и масла. Для этого вам понадобится 2 банана, 2 яйца, какао, разрыхлитель. Можно смешать все вручную, но быстрее в блендере. Выложите шоколадную смесь в силиконовые формочки и выпекайте 20 минут при 180 градусах. Сладость десерта будет зависеть от сладости бананов, но если хочется еще слаще, добавьте стевию. По желанию, можно украсить пирожное растопленным шоколадом. Заварите крепкий кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Полную информацию смотрите в описании видео.